Отдых Аява и Михаила вдруг прерывает лай собак. Дедушка Байнай одарил нас удачей. Собаки поработали на славу. Это большая удача. К нашему счастью, зверь показал следы. И собаки погнались. Лось хорошо оборонялся. Сколько визга-то было. Охота интересна именно тем, что тайга пишет собственный сценарий развития событий. Иной раз, чтобы добыть дичь, охотнику приходится преодолевать огромные расстояния и непреодолимые преграды.